жизнь нашего прихода. Какие-то ежевельники здесь по кругу. Красиво очень, кругом цветы. Яркий. Нужно выходить в город. Все это в центре выселок. Ну, не знаю, станица, наверное. Нужно выйти и зайти. Вот это где. Сейчас в храм сходим, свечки поставим за здравие, за упокой. Пойду туда схожу. Видишь, главное, тут заборов нету, да? Да. Не огорожено от всего, от всех выселок. Коммунарки, люди туда ходят. От выселок нету. Не огорожено. Что поразило, забора нету. Тут машины кругом ездят. И тут святое место. И выхода. Есть много выходов. Раз, два, раз. Ну, дерево какое. Вообще, я не знаю даже, как они называются. Все какие-то такие интересные. Это что такое, кто знает? Вот это. А вот это. Только лен красный. Вот это по кругу так все. Ну, кот там бегает. Место, наверное. Да, красиво. Свечки поставили тоже. Чтобы будете жить долго. Ну и за покой. Царство небесное. Сейчас поедем еще на родник. Открытый, не знаю. Хватит нам сил. Смелости покупаться. Уже холодно же. Ночью заморозки, туманы. А мы еще покупаемся, да, Лен? Мы еще и покупаемся. А, хороша водичка.